этот клей. Не говоря уже о других любых клеях. Вот, вот он, яркий пример. Ну, иногда легче сюда клеить, но вы можете клеить и туда, неважно. Сам клей не является не исполняет гидрозащитные свойства. Только для удобства монтажа. Пока да. Поэтому... Насчет выбора крепежа. Если это саморезы, обязательно у них должна быть зона без резьбы, чтобы можно было нормально прикинуть. Также чистота крепежа мы крепим на два, потому что нам не нужно, да, вот сейчас крепить, нам нужно просто продемонстрировать. Но здесь есть отметки, где мы показываем, что должен быть какой-то крепеж. Ну, грубо говоря, 30-35 сантиметров. Потому что на этом крепеже держится вес кровельного материала, временные нагрузки в виде кровельщиков, ветер и снег, который там может до 200 килограмм, ну да.